время пошло. Спасибо большое. Коллеги, у кого из депутатов есть выступление? Вопросы? Вопросов нет, да? Спасибо. Переходим к голосованию. Кто за удаление главы Петрозаводского городского округа Галины Игоревны Шишиной в отставку и за принятое решение? Кто за? 12. 23. 23. Кто против? 1. 3. Решение принято. Спасибо. Так, коллеги, приходим. Уважаемые коллеги, я ни в коем случае не проявляю неуважение к участникам совещания, но поскольку мои полномочия депутатами прекращены, как они считают, то я вынуждена откланяться. Хорошей работы. Спасибо, Галина Игоревна. Переходим к вопросу номер 5. Вы что слово-то не даете жителям-то? Приехали с Кондопоги. Что за дела-то? Вы депутат Кондопогский. Да, приехали. Что слово-то не даете? Сессия городского совета. Да вы там одномерили все депутаты. Все, спасибо большое. Вы также должны соблюдать регламент. Позором депутатов, вы все эти в России держитесь. Так, коллеги, вопрос номер 5. Внесение изменений в устав Петрозаводского городского округа. А какие будут предложения? Трепло молодого. Трепло молодого. Позорище.